Всем здравствуйте, приветствую вас на канале Преско Михаил. Дорогие друзья, у нас сегодня срочное, супер короткое включение. Дело в том, что буквально вчера или позавчера вышло новое обновление программатора Sigma, и у русскоязычных пользователей этот программатор перестал работать. Причем неважно, используете вы VPN, не используете вы VPN. И, соответственно, решение мы нашли в телеграм-канале Курилка, за что огромное вам спасибо. Я вам его сейчас продемонстрирую. Погнали! Как вы знаете, на YouTube сейчас полностью отсутствует монетизация, и авторы с видеороликов абсолютно ничего не зарабатывают. Поэтому минутка рекламы. Дорогие друзья, спонсор нашего сегодняшнего показа, естественно, мой собственный форум, forum.telia.ru. Пожалуйста, зарегистрируйтесь, не поленитесь, там много хороших специалистов. Я, не только я, обязательно постараемся вам ответить. И нам очень здорово помогает такой человек, как Предатор. Предатор – опытный модератор, ссылка на его телеграм-канал и ссылка на его YouTube-канал будет в описании к этому видео. Очень, один из лучших мастеров по ремонту Huawei, в том числе и дистанционно. Далее, дорогие друзья, оба моих канала, Плюско Михаил и Плюско Лайт с YouTube, копируются, соответственно, на Яндекс.Дзен. Не поленитесь, перейдите по одной из ссылок в описании к этому видео и подпишитесь, чтобы нам с вами не потеряться. Ну и самое важное, это, конечно, так получилось, что у меня один из самых крупных телеграм-каналов непосредственно в СНГ связан с ремонтом телефона, в первую очередь по прошивкам. Дабы не потеряться, подпишитесь, пожалуйста, на него. Ну а мы сейчас продемонстрируем, как решить вопрос с Сигмой. Итак, коллеги, если запустить Sigma на территории Российской Федерации, то у нас выскакивает вот следующая ошибка. VPN, без VPN ничего не помогает. В том числе замечена эта ошибка на территории Беларуси, на территории непосредственно Казахстана и многих других соседних стран. Решение вы можете видеть сейчас вот на этом скриншоте. Просто меняем регион винды непосредственно в настройках самого Windows. И после этого все прекрасно работает. Sigma отрабатывает корректно. Вот такой вот полезный, чертовски полезный лайфхак. Так что продавать, выкидывать Sigma на данный момент еще пока рано. Пользуйтесь. Я же с вами прощаюсь. С вами был Плюско Михаил. Всего доброго и до свидания. Пока.